Вот это снова я, смотрите, у меня вот есть чупа-чупсы, да? Елку мы уже поставили, как вы видели. Сейчас мы будем чупа-чупсы на веревочку делать. Дети придут. У меня на следующие выходные придет племянник. Сейчас мы просто привяжем чупа-чупс. Так, сейчас покажу. Короче, пока я искала веревочки, вот. Вот тут тоже завяжем. Лайфхак. Конфетки же тоже должны висеть на елке. Напишите в комментариях, как елки. А я пока, короче, искала веревочки. Что-то плохо привязал. Веревочку искал, да? Пошел за ножницами на кухню. Как запнулся. И, короче, охерел. Вот, короче, это будет вот так. И вот каждый чупа-чупс мы привяжем на такую веревочку и повесим на елочку для деточек. А еще мы на эту елочку под елочку положим подарочки для Полиночки, для Мишеньки. Он же тоже к нам придет на Новый год. Вот челку, да, мне пора уже подстригать. Напишите в комментариях, как это волосинка. Непонятно. А снег у нас идет и идет. Сейчас я себе привяжу и покажу. Вот, короче, они вот так будут висеть на елочке. Вот сколько у меня еще их много. Я же много купила чупа-чупсов. Вот. Еще вот тут два лежит. Дети подойдут к елочке и возьмут. Вот мои чупа-чупсы, которые я уже привязала. Мишка с Полинкой придут. И возьмут. Пишите, как моя идея вам. У нас, короче, снежок валит. Уже столько навалил. Можно уже новогоднюю горку делать. Чупа-чупа-чупа-чупсы. Всем на заметку. Вот так. Вон идет снег. Идет. А Полинку там, короче, кошка поцарапала. Она на нее обиделась. И заревела. Нечего кошке было лезть. Вот, кстати, вот эти чупа-чупсы. Вот эти, да, чупа-чупсы. Вообще не открываются. Вот эти легко открываются, чупа-чупсы. Это я тут у себя покупала эти чупа-чупсы. А вот эти чупа-чупсы я покупала в Пятерочке. И они, короче, вообще не открываются. Мы тогда пытались открыть. И, короче, у нас не получилось. Ну, не знаю. Вот еще раз покажу вам. Берем. Вот так вот, да? Там Полинка уже чай пьет. Вот хорошо завязываем. Ой, что-то правда как-то. Ну и вот тут делаем узелок. И можно вешать на елку. Ребенок подойдет, снимет и съест. Дети же любят чупа-чупсы. Вот смотрите, опять ее кошка обидела, видать. Плачет. Или бабука что-то не так сделала.
Ну все, на этом. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. Всем пока!